Сегодня среда, в коридоре тихо, а все потому, что за этой дверью проходит нечто интересное. Лекция о русском мате. Лектор с гордостью заявил, что может говорить о мате 24 часа в сутки. Как оказалось, русский мат стоит на трех китах. Два существительных и один глагол, о которых присутствующие догадались самостоятельно. Лектор упомянул о нецензурной брани в произведениях великих русских писателей. Вот, ну, не постесняясь из Бродского прочитать одно четверостишие, мне кажется, абсолютно философским и, мало того, абсолютно оптимистическим, позволяющим многим людям даже жить начать сначала. Буквально четверостишие, там есть одно выражение, одно слово, употреблю его. Да. Идет четверг. Я верю в пустоту, в ней, как в аду, но более. И новый дамп склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Сегодня на лекции вы не произносили матерные слова, а делали специальные обороты и как бы намекали на них. Но тем не менее все студенты, достаточно молодая публика, вас понимала. Как вы считаете, плохо это или это неизбежно? И как это, исправится ли это когда-нибудь? Это и плохо, но не совсем катастрофично. Это неизбежно. Хотя хотелось бы, чтобы было избежно. И вряд ли это избавится от этого мы избавимся в будущем, но хотелось бы все-таки избавиться. То есть это сложная очень проблема на самом деле, да. И здесь так много нюансов, так много тонкостей. Один из главных моих мотивов сегодняшнего выступления, об этом надо говорить. Вообще у тех же психологов есть хорошая вещь. Появляется какая-то проблема, надо о ней говорить, уже этим самым она решается. Скажите, пожалуйста, вот почему мы на Дальнем Востоке материмся больше, чем в центральных городах, например, в Санкт-Петербурге? Потому что часто приводят эту разницу в пример. Вы знаете, ну, аура Санкт-Петербурга, туда только попасть, пройти по Невскому, посмотреть на тех, кто поет возле Московского вокзала, посмотреть на Неву. Просто хочется молчать, а не материться. На мой взгляд, Санкт-Петербург – самый красивый город на свете. Самый красивый, самой чудесной ауры, самой волшебной ауры. Но волшебство и мат – вещи несовместные. Хорошо, большое спасибо. Сегодня мы закладываем новую традицию программы «Не новости». И вот это наш символ – апельсин, и мы дарим его вам. Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Если вы интересуетесь русским матом, то в эту пятницу в нашей группе будут самые сочные дольки лекции.